5 августа в Донецке на бульваре Пушкина состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 85-летию государственного предприятия «Винтер», которое специализируется на производстве и реализации мороженого. После 3 лет простоя фабрика вновь заработала. Все это благодаря дружному коллективу профессионалов. Это зависело очень много от коллектива, который у нас сейчас 235 человек. Работаем. Коллектив согласился поднять это производство, как говорится, с колен и начать производство хорошего вкусного мороженого. Миша, ты пришел и с мамой, и с папой, правильно? Планируем также еще здесь открыть кондитерский цех по выпечке, а также свежезамороженные продукты, которые... пельмени, там, вареники. Абсолютно неудивительно, что главными гостями праздника стала детвора, которая так любит полакомиться сладостями. Для ребят была организована развлекательная программа с конкурсами и призами. И, конечно же, всех мальчиков и девочек угощали вкусным мороженым. Поздравили предприятие с юбилеем также исполняющий обязанности министра экономического развития и исполняющий обязанности министра юстиции ДНР. Любое предприятие, какое бы оно ни было, ни формы собственности, ни по количеству людей, очень важно для республики, потому что за каждым предприятием стоят рабочие места. Если говорить даже вот о таких, как сегодня предприятие ГП «Винтерпром», почему оно очень важно? Потому что, во-первых, оно с историей. Люди работают по более 20 лет, они знают технологию, они знают свое дело, они вкладывают туда душу. Если брать промышленные крупные предприятия, это тоже прежде всего рабочие места, это заработная плата, это пополнение бюджета, а благодаря этому это все-таки выплаты и пенсиям, и возможность повышения пенсии. Поэтому любое предприятие – это стабильность, развитие экономики республики. Свою популярность предприятие завоевало благодаря производству натуральной и экологически чистой продукции. Ее качество отмечено не только многолетней любовью потребителей, но и подтверждено многочисленными наградами на различных выставках. На сегодняшний день государственное предприятие «Винтер» способно производить до 25 тонн различных сортов мороженого в сутки. Алина Черняева, Маргарита Миронюк, Алексей Полянский, Новороссия ТВ.